Բարի երեկո, տիկնակ եւ պարոնայք, բարի գալուստ. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в роскошном концертном зале на этом празднике Мисс СНГ 2022. Джорджа, ничек за паурцунера ханаю. У нас же гостья потрясающая, диджей года, телеведущая, красавица, комсомолка, радиоведущая Катя Гусева. Хайкака, навели хайкака, чем за паурцунером. И заслуженный деятель культуры Республики Армения, теле- и радиоведущий, автор песен. Авет Барсиян, друзья! Рапанцер? Что, мне кажется, наши гости нетерпение. Да. Давайте поприветствуем всех участниц сначала. Они слышат сейчас. Они на нервах. Они переживают, да. Они волнуются. И, конечно же, ждут ваших аплодисментов, ваших улыбок. Жалуш, джемчик, если с чем порвали. Они недостаточно эмоциональны. Зал не соответствует нашим эмоциям. Знаешь, наши эмоции на высоком уровне. И мы хотим, чтобы вы с нами были на той же волне. Друзья, давайте подарим этот праздник не только нам, но и вам, и нашим конкурсанткам. Мисс СНГ Казахстан Эпуса Хаястанум! Мы считаем открытым, друзья, СНГ 2022. Так, друзья, это важное объявление. На самом деле, такого подхода еще не было ни в одном конкурсе красоты. Он используется для того, чтобы не было сомнений в прозрачности. Некоторые члены комитета следили за подготовительными работами финалистов, репетициями, поведениями, чертами характера. И они, конечно же, не вмешивались в течение всего этого периода, но они собирали важную информацию. Итак, и передали, кстати, ее нашему жюри. Председатель экспертной комиссии Маркарян Евгения. Приветствуем, друзья. Добрый вечер. Алексаян Мариан. Лика Месропян. Приветствуем вас. Мехак Апресян. Мехак Апресян, значит, он в жюри. Хачик Вартанян. Вот он, Хачик Вартанян. Добрый вечер, София. Фанаты Софии. Майк. Франк. Барта. Сафаровой Бартали. Лили Голостян. Потрясающая Лили, здравствуйте. А уж наше жюри однозначно вынесет свой справедливый вердикт, поскольку более авторитетных людей сложно представить. Итак, ваши овации нашему жюри. Итак, на этот конкурс в Армению прибыли члены жюри из разных стран мира: России, США, Англии, Грузии, Эстонии, Украины, Франции и, конечно же, других стран. Председателем жюри является Абдулимов Александр. Так, друзья, давайте бурные аплодисменты. Президент 10 всероссийских, 2 международных конкурсов красоты и талантов. Организатор самого модного показа фэшн-шоу «Москва». Член Союза журналистов России и телепродюсер. Александр Абдулимов, ваши аплодисменты. Приятный профессионал в области продажи и развития бизнеса с международным опытом и постоянным успехом в различных областях. Опыт в области продаж, инвестиций и управления моделями. Дэвид Паттинсон. Дэвид, оказывается, находится в жюри. Да, вот. Видишь, вот сейчас еще интересная будет история с Софией. Да. Будет потом узнать. Итак. Представляем следующего члена. Томас Тенова. Семизначный владелец контент-агентства, музыкальный продюсер, диджей, новый идейный лидер в области творческого предпринимательства. Проведя более 5 лет в турне и заручившись поддержкой лучших мировых талантов, он предлагает уникальный взгляд на то, как быть бизнесменом и артистом в 21 веке. Исследователь в душе Тенова в дневнике путешествий недавно видел, как он заключал сделки и выступал в таких местах, как Лондон, Кейптаун, Лос-Анджелес, Барселона, Лас-Вегас.
но теперь он с нами. И обосновался, кстати, он на Кавказе. Томас Тенова, приветствую! Томас Тенова. Нальне Чарчян, обладательница золотой медали «Лицо страны», обладательница золотой медали «Лицо стран» ЕАЭС, обладательница ордена славы, золотая звезда международной премии «Face of Country», посол доброй воли, обладательница титула «Харизматичная армянка». Это все под аплодисменты. Харизматичная армянка года, президент комитета евразийских женщин, обладательница гран-при армянка года, призер золотого лавра, основательница компании Diamond Style и First Lego. Ваши аплодисменты! Я с удовольствием представляю нашего следующего члена жюри. Элен Азарян, основатель Helios Medical Center, международный специалист в Кувейте с 1993 года, а в Ереване с 2007. Первый армянский врач-дерматолог-косметолог в Персидском заливе, основатель многих инноваций в этой области. Элен Азарян! Космичная Елена, помощник чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь! Зарина Каталина, основатель международного модельного агентства. Добрый вечер, мы рады вас видеть. И здесь у меня вопрос все-таки насчет Софьи. Софья сидит в комитете. Ариопак. Да, поэтому мы Софью не представили. Я хотела бы сказать, что у нас еще есть Софья Гуришидзе, основатель конкурса красоты «Мисс Кавказ», кинопродюсер и владеет предпринимательским домом «Юдекарс Интертеймент», сотрудничает с Индией, Пакистаном, Дубаем, Америкой, Великобританией. Мы кого-то не представили из жюри, верно? Найри, здравствуйте. Ваши бурные аплодисменты для наших прекрасных участниц, которые волнуются за кулисами. Мы начинаем! Самые первые!
красавицы потрясающие. Партан Хазмалянин, Петкет Запахаренк, Ефравиренк. Да, друзья, давайте поприветствуем нашего генерального спонсора Короны. Партан Запахаренк, Петкет Запахаренк, Ефравиренк. Хамзалян Партан. Хамзалян, кстати, является нашим важным экспертом и, конечно же, генеральным спонсором Короны. Та корона, которую мы сегодня могли видеть, это его рук. Каждая девушка мечтает получить ее. Спасибо, что вы сделали такую роскошь для нас. Спасибо. Авет, кстати, у меня такой вопрос. Вот ты любишь красивых девушек? Обожаю красивых девушек. Я бы лукавил, если бы сказал, что нет. Ведь красота девушки я записал. Для мужчины подобна легкому ветру, что ласкает в душный предгрозовой день. Она манит больше, чем луна, касающая склона Арарата, и обжигает сильнее, чем солнце в июле в Мехри. У нас такой город есть, Мехри. Ну, теперь буду знать. Я вот прям чувствовала, Арет, что ты настоящий романтик. Да. Но на самом деле наши девушки сейчас готовы для того, чтобы показать всю свою красоту, всю свою грациозность, всю свою женственность и талант. Потому что это самый яркий их выход. Жогурт, подраст, цапару цумнере, подраст, экспертнер, жюри, подраст, вумек, выход в подиум! Встречаем. Сейчас будет такая легкая жаришка. Appreciate you, Sam. 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 Appreciate your sound, need a renovation.
Appreciate the sound. 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 Change the sound, need a brand innovation.
careers. I'm having fun. Nobody done it like me. Sound needed for innovation. Հայաստանում, մայրաքաղաք Երևանում, Կարեն Դելովչյան, մարզահամերգային, համալիրի, համերգային դահլիճում. Встречайте, восхитительные красавицы, в роскошных вечерних платьях, специально для вас. Thank you.
Посмотрите, какие у нас прекрасные финалистки конкурса «Мисс СНГ 2022». Ваши аплодисменты! Мы уже близки к финалу. Thank you, Kira Smekon. Come to our partner, Kizvira Tsvimari. Красивые девушки, роскошные вечерние платья. И, конечно же, мы советом и наше почтенное жюри. Они проделали большую работу. И я уверена, оценили наших красоток по достоинству. Это так? Պատրաստեք, որպեսզի մենք անցնենք գործերի. Мне кажется, сейчас собираются бюллетени для того, чтобы мы узнали все-таки самых главных финалисток. Но у нас есть еще 23 разные номинации. Так, предоставляется 23 разным номинациям. Армения, Вивиана Астатури, мисс Шарм. Мисс Шарм! Вивиана Асадури, Армения! Мисс Улыбка, Беларусь, Екатерина Пшенцева. Проходите, чтобы... Да, вы можете дефилировать, да. И, конечно же, одарить нас своей красотой. Мы продолжаем. Мисс Стиль, Беларусь, Дарья Кальдиярова. Мисс Элегантность, Грузия, Эми Махитарян, армянка. Мисс Медиа, Анна Мария Шульц, Грузия. Мисс, молодчик. Мисс Грузия, да. Это было мисс... сейчас, да. Мисс Гламур. Казахстан, Гульсезин Алтайбекова. Друзья, давайте будем поддерживать наших прекрасных финалисток бурными аплодисментами. Мисс Бест Бади, Казахстан, Камила Асилова. Мисс Туризм. Казахстан, Диана Пехтанова. Поддерживаем, поддерживаем ваши бурными аплодисментами наших участников, наших финалисток. Мисс Походка, Кыргызстан, Алина Серикова. Алина Серикова. Мисс Походка. Ага, какая грациозная у нее походка и улыбка. Молодчики. Ого, интересная номинация. Мисс Экология, Латвия, Ивана Кондратюк. Ваши аплодисменты. Мисс Креативность, Литва, Анна Асташкина. Потрясающая номинация. Мисс Скромность, Молдова, Мария Анисимова. Но не скромные аплодисменты должны сейчас звучать. Мисс Содружество Россия, Дарья Дадашева. Мисс Натуральное лицо Россия, Виктория Сапрыкина. Вот это я понимаю, номинация. Хулёшь, наше время быть натуральной, это ого-го. Спасибо. Мисс Симпатия Армении. Малика Бекова, Таджикистан. Понимаю, почему симпатия Армении. Мне все понятно. Достойно. Вот мы любим сердечки. Этот цвет волос. Очень. Очень любим блондинок. Мисс Интеллект, Татарстан, Александра Морозова. Кто у нас самая интеллектуальная? Вот так. Следующая номинация. Мисс Фотомодель. Туркменистан. Венера Клычева. Громче, громче, громче. О, мисс Инстаграм.
Узбекистан, Зарина Халова. Поздравляем вас. Следующая номинация. Мисс Национальный облик. Украина, Екатерина Знаевская. Поздравляем. Мисс Фитнес, Украина, Кристина Хомченко. Мисс зрительских симпатий, Лика Шевченко, Украина. Мисс топ-модель, Эстония, Карина Низенькая. Несоответствие с фамилией, конечно, не Низенькая, но... Мисс Талант. И победительницей стала Седа Саркисян, Армения. Мистер Плац, Седа Саркисян, Армения. Ой, и здесь вот, кто вот здесь ты? Неожиданность. Что ты делаешь? Мне кажется, надо... А он свой микрофон. О май гад! Что, что, что? Սիրելի հանդիսատես, նախ եւ առաջ ողջունում եմ բոլորիդ։ Ողջունում եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր դիտում են մեզ էկրանից։ Անկեղծ ասած, շատ կուզենայի, որ ամբողջ աշխարհը իմանար, ոչինչ, что весь мир узнал, что он делает приглашение. Подожди, она согласна? Скажи, это громче на весь мир. Мы не слышим. Мисс Талант, да, согласна. Горько! Горько! Мы ждем волшебный поцелуй. Боже, как это красиво, как это прекрасно. А как зовут жениха? Здесь объединяются сердца на конкурсе. Мы счастливы за вас. Седа, молодчина. Как тебя зовут? Настоящий мужчина. Настоящая красавица. И это было прекрасно. Очень рады за вас. Браво! А ну наткался. Артур Нуседа. Артур его зовут. Артур. Король Артур. Сделал своей королеве. Горько! Предложение. Донесет до твоего прекрасного места. Седача, ты все уходишь уже с Артуром? Или все, встань на место? Ну, поздравьте девушку, поздравьте, поздравьте. Не завидуйте, не завидуйте. И в ваши дома это счастье придет. Ой, друзья, такой прекрасный момент. Это было так трогательно, так романтично. Ой, у нас конвент, ура! Ну, браво, обед на сегодня просто волшебник. А мы не хотим... Я только учусь, Катя. Мы не хотим. Мы хотим. Вперед! Только вперед! Десятка! Так. Итак, Диана Портнова, Казахстан. Десятка. СНГ-2022. Диана Пертанова, Казахстан. Камила Асламова, Казахстан. Камила. Камила, ждем тебя на нашем подиуме. Вивиана Асатули,
Армения. Эми Махиталян, Грузия! Екатерина Обшенцева, Беларусь! Кристина Хаченко, Украина! Венера Гнычева, Туркменистан! Малика Бекова, Таджикистан! Дарья Дадашева, Россия! Да, 10. Давайте еще раз. Итак, наших 10 прекрасных финалистов, друзья, давайте мы вас поприветствуем. Ваши аплодисменты для наших красавиц. Лучшие 4. Итак, лучшие 4 красавицы конкурса «Мисс СНГ 2022». Беларусь! Екатерина Овчинница! Сюда. Одна есть. Эми Махитарян, Грузия! Третье у нас... Карина Низенькая, Эстония! Низенькая Карина, Эстония! Абсолютно. Слушай, Кать, ну как ты смотришься? В принципе, красиво. При всем уважении. Сегодня, к сожалению, я не в номинации. К сожалению. И Диана Бертанова, Казахстан! Диана Бертанова, Казахстан! Громче, громче, громче! Алгунь Карьяка! Слово предоставляется режиссеру-постановщику дефиле, господину Ванесян, пожалуйста. Добрый вечер, Мария Ирикова. Добрый вечер. Я поздравляю всех участниц, абсолютно всех участниц. И вот именно я хотел бы сказать, что я был на гастролях во Франции, и когда мне позвонили и сказали, что в Армении пройдет мисс СНГ, я был очень счастлив. У меня было такое настроение. Я вдруг понял, что как красиво жить по-настоящему, если рядом с тобой такие красавицы. Посмотрите на всех абсолютно. Я попрошу вот, чтобы открыли вот место для всех, пожалуйста. Одна вот здесь посередине. Все туда, туда. И за это время, как мы занимались, это было совершенно по-иначе. Вот первый вопрос. Я хочу сейчас, вот на сцене, автор всего этого проекта, прекрасный человек, вот, у которого возникла вот именно такая идея. Я приветствую, спасибо за то, за участие в этом проекте. Это было великолепно. Я благодарю, я поздравляю с первого дня. Я сказал, что каждый из вас уже выиграл, потому что вы участвуете уже в этом проекте. Девушки, я поздравляю.
Целую и обнимаю. Будем скучать. И передаю микрофон. Спасибо. Шракалцун, Кванувальсен, Евнаевна Саканяна. Эйрин, ну торжественное слово, конечно, за тобой, понимаешь? Девочки, вы все молодцы. Я начала тоже говорить, что для жюри очень тяжело. Серьезно, очень тяжело. Не можем сказать, что кто-то не должен победить из вас. Все хорошие. Но конкурс есть конкурс. Все равно придется одному. Мы называем двух вице-мисс. Третье место. Вице-мисс. Третья вице-мисс. Екатерина Пшенцева. Екатерина Пшенцева, третье место. Беларусь, мне кажется. Вторая вице-мисс. Вторая вице-мисс. Это у нас Эстония, Карина Низенькая. Ваши аплодисменты, друзья. Йотра Марин. Патвернерин ту Йотра Марин. Йотра Марин. Седьмой номер. Кто у нас седьмой номер? Кто? Седьмой номер. Кто? Ой, красавица. Тебе букет. Анонимный. Барух Азмани Асанзель Тагерлен, че? Вон классы. И... Ваши аплодисменты, да? Итак, одна из них станет мисс СНГ 2022, я правильно, так думаю. Мисс СНГ 2022. Ага. Итак, победительница конкурса. Мы назовем, давай место назовем, одна из них всегда стоит и плачет. Ну это прям травма какая-то. Мы не назовем того, кто победил, мы назовем второе место. Хочешь так сделать, чтобы было мучительно больно? Давай, называй второе место. Давай. Второе место занимает... Второе место занимает... Я хочу первое. Она всегда первая. Второе место занимает... Грузия Эми Махитарян! И, естественно, Диана! Казахстан становится... Диана Бартова, первое место! Диана Бартова! ДСНГ-2022! Вот они, слезы радости! Вот она, королева! Пошла открывать корону! Пошла, пошла! Пошли слезы! Овации! И главная корона Азмалян Джумарис. Браво! Диана Бехтанова, Казахстан. Кстати, она выиграла под моим любимым номером 6. Это мое любимое число. Наши аплодисменты! Ваши аплодисменты! Наша радость за тебя. Мы счастливы, что наша мисс СНГ такая красавица. Мы поздравляем! Любой конкурс, он субъективный. Красота – субъективная вещь. Девушки, вы все прекрасны. Света, а ты еще и счастливая сегодня. Шнаравурмек подарим, шнаравурмек хартухнерим.
Шноравору мэк нэс, горни чэвэс жаваны мацак. Кать, тебе огромное специальное спасибо. Овет, спасибо тебе большое, ты прекрасен. У вас прекрасный ведущий в Ереване, я его обожаю, забрала бы в Москву, но я уверена, что вы его не отдадите. Тебе радиоведущая, диджей года, восхитительная. Катя Гусева, город Москва! Телерадиоведущий, заслуженный артист Армении и, конечно же, поэт, композитор. Авет Багдасарян, друзья, Армения, Ереван, спасибо вам! Спасибо всем! Спасибо всем вам свободны. Большое, вы лучшие! Поздравляем всех с этим праздником красоты! Живите долго, рожайте красивых детей! И до новых встреч!